По силам? Ну да, я все-таки на войне, ёпта, братух. Не, все нормально, блядь. Мой танк-то уже утонул, блядь, еще в болоте. Да? Да, мы за и нас ебюк хоть пойдет через болото. Ебать, ты что, блядь, без танка, что ли, вообще? Ну я сейчас в пехоте. Ебануться, блядь. У нас пизда. Ну мы тоже сейчас ебанем туда, ждем команды. Обстановка по кайфу. Сигареты. По кайфу? Да, алкашка. Я тут в бане, я тут вчера. Да я чувствую, что ты вмазанный. Вчера сосу, ну я виски пью. Элитный. Да? Покупаете ли вам так дают в магазинах? Ну мы с ноги магазин выбили, взяли. Я тут уебать уже, блядь, тоже захожу в дом, а там хуяк местные бы с этими, с коктейлями молота. Я хуяк в подвал гранату, ебать, там пизда, ебать, вместе воевать. То у нас отпуск запланированный у нашего полка, у моего, от которого остался в изгульке нос. У нас даже вообще в первом батальоне остался вообще всего батальона два танка. Да, что, расхуярили, что ли, все? Так нас же, дебил, без арты же отправили его. Без артиллерии, без прикрытия мы в бой хуярили. 80% потери, хуй. 80%, ебать. Это у вас сколько там человек? Было 500, осталось меньше сотни. Мы сейчас просто зачем кальция. И выехать сложно просто. Без авиации, блядь. Это минимальный шанс, это, блядь, 20% нахуй отца, блядь, что мы выехаем, нахуй. Без авиации. Мне Полтава сегодня говорил, что у вас авиация. Да какая авиация? У нас один истребитель, нахуй, уничтожили, ебать, наш, нахуй. Все, блядь, авиация, ебал, я в рот очкует летать, нахуй. Сколько я здесь нахожусь, в нашей авиации, я только видел один истребитель, нахуй, все, ебать. У нас осталось, ебать, два танка, нахуй, боевых, ебать. Одна шилка, хули, и мотолыги, три, хули. А, две мотолыги, хули, и все, ебать. Больше нихуя у нас нет, хули. Пока мы здесь стоим, у нас уничтожили, ебать, 13 танков наших, нахуй. Боевых, блядь, 13, нахуй. И два танка вот осталось, хули. Бля, столько пацанов потеряли, ебать. Доржик, хули. Арсалан, хули. Арсалана вот увезли, хули, ебать. Да. 300-го хули. Без ноги, хули. Без двух ног, ёпта. Без руки, нахуй. Одному вот дожику вообще пиздец. Голову просто оторвало, ебать. Я Боже. Просто смотрю, вытаскивали с окопа, хули. Просто, бля, я его хватаю, просто и поднимаю капюшон пытаюсь откинуть, и просто, ебать, смотрю, просто без головы, хули. Я просто в ахуе, ебать. Что творится? Ну, Доржик хоть хули там. Более-менее хули. Дотянул хули там. Ну, блядь, инвалид на всю жизнь хули. Заебанная война, сука. Кому она нужна, сука? Я хуею. Просто никому. Когда арта нас накрывала, я ебать, я думал, все пизда вообще, но... В окопе лежу просто ебошу. Просто ебучих нахуй, ебать. 19 ракет нас в лагере ебнуло, ебать. Это было что-то, ебать. Я думал, все, просто лежу в окопе, блядь, за пацана схватился вот так. Думаю, все, ебать. Нам пизда, нахуй. Просто пизда. Да у нас это вот, тоже... ебать, мотолыга, хули это, пока туда-сюда связь, грязь, хули, ебать, пока дотащишь, хули, пока командиры там ебучие, ебать, пидорастические, блядь, между собой там что-то, блядь, договорятся, нахуй, блядь, да столько времени проходит, час-два, хули, ебать, через часа-два его только увозят, нахуй, ебать, до штаба армии, там, блядь, 7-8 километров, нахуй, блядь. Mm-hmm. 200-е, они вообще, они до сих пор лежат просто вот на земле, хули. 300-х увозят, хули, ебать, а 200-е просто вот лежат, хули, ебать. Они до сих пор вот, блядь, лежат возле окопов, нахуй. Ебану, вот, что это за хуйня вообще, ебать. Короче, такая хуйня, всех отправляют на передовую. Вообще воевать? Воевать, да. Пиздец, нахуй. Не знаю, нахуй, я отказ написал. 170 человек отказались.
А что за это умирать, приехать? Ну, я не знаю, нас увезут, наверное, куда-нибудь в прокуратуру, ФСБ. Не знаю, потом домой вернут, наверное, судить будут, я не знаю. Ну, блядь, сука, еще не легче. Ну, лучше, блядь, живым быть, чем сдохнуть. Сейчас не доедем. Мы не доедем. Если мы поедем, сейчас колонна не доедет. Потому что я знаю, куда они поедут, они там не доедут. Там жопа ебаная. Они на подъезде всех раскуярят. Какого хуя вас-то посылаю? А потому что некого, понимаешь? Всех перебили, блядь, пехоту. Нам, знаешь, что вчера сказали, блядь? Мы, блядь, спросили, а чё самолеты где, нахуй? И вертолеты. А их жалко, нахуй, а вы расходный материал, блядь. Вот и все, нахуй. Пошли, нахуй, расходный материал, блядь. Я хуй поеду, блядь. Так в прокуратуре и скажешь. Да, так я, конечно, так и скажу. Мне вообще похуй, блядь. Все еще охуели, блядь, пидорасы, блядь. Страшно, где? Страшно все нафиг. Где? На Украине, да. Где нафиг? Ноги поотмораживали, руки поотмораживали. Нафиг. Жопа, короче, нафиг. Господи, когда это все закончится? Страшно, бабуля, страшно все нафиг. Ой, я же смотрю эти новости, телевизор,